Привет, меня зовут Алиса. Сегодня я делаю видео на конкурс от канала куперебенку.ру. Конкурс называется «Рукодельно-креативные зверята». Я добавила слово «зверята», потому что «рукодельно-креативные» это как-то не очень звучит. Потом добавила «зверята». Нам надо было сделать вот таких питомцев для девочек из либо из Ever After High или Monster High. Но я сделала из Ever After High, во всяком случае, это кошечка Брэр Бьюти. Дочки спящих красавиц. Нам также было надо анкету, можно анкету было простую, но я сделала вот такую. Да, не слишком там блесток. Я блестки туда вообще не добавляла. Я как бы не хочу делать прям все украсть, чтобы везде это все заполнено. Нет, надо где-то оставлять тоже, как на елке. То есть игрушку повесил, и надо на другой месте, не одну и тоже. Анкета. Имя Роза. День рождения 15 мая. Возраст 1 год. Я специально сделала, написала с ошибками, потому что это как бы от ее лапки написано было. Я специально так сделала, не волнуйтесь, я не придумала это. То, что я сделала ошибку, подумала, не. Умеете выполнять желание. Она может выполнять желание со своим вот таким маленьким рогом. Она у меня кошка-единорог. Наполовину кошка, наполовину единорог. Моя любимая еда. Корм со вкусом роз. Это как-то странно, но я так мыслю. Она, вот у нее в сказке так и было, наверное, я не знаю. Страх, что Брайер заснет. Моя мечта – полететь в Италию. Вот. И тут я использовала красный, синий перманентный маркер, ручку и карандаш. Я сделала вот тут вот такие красные фейерверки, синие узоры, вот. Ну, черте по линейку линейки. Правда, не очень ровно, но это тоже как бы от лапки животного. Поэтому я так специально делаю, не волнуйтесь. Дальше. Вовочка написано. Я люблю Брайер и хочу иметь много друзей. Мур-мяу. Вот такой у меня небольшой рассказ о моем питомце. А теперь к самому питомцу. Вот Роза, как вы уже узнали ее имя. Привет. Скажу, из чего я делала ее всю. То есть ткань-то понятно, ткань белая. Дальше вата, два перманентных маркера, красный и синий, карандаши и все. И нитки, иголки. Вот эту часть мне помогла бабушка шить, а дальше я уже сама и внизу даже ее сделала. То есть я тут вот не закрыла специально, чтобы показать, что там вата. И дальше. Нарисовала я ей вот таких два глазика в виде сердечек. Улыбка у нее. Видим. Ой, не видя, а улыбка просто красного цвета. Носик такой замечательный, кругленький. И ушки. Дальше, ну, вы заметили, платьице такое. Это из обрезков осталось у меня. Я решила сделать платьице. Почему бы и нет? Я вам сейчас расскажу, как сделать платьице. Вот у меня есть вот такая. Такой картон. Я увожу саму кошечку нашу единую. Розу, в общем-то. Вот у нее ручки, и мы должны отметить вот тут, вот немного дальше, на 5 миллиметров. Вот смотрите сейчас. На это я вот тут должна сделать. Тут точку. Для начала я это ножницами чуть-чуть вот так, чтобы дырочка, потом ручкой. А потом уже перманентным маркером он как раз
с размером руки ее. Вот. Вот такая моя кошечка. Желаю всем удачи в этом конкурсе. Пока!